Спонсор видео – магазин компьютерных игр ZakaZaka.com. Гарантии, лучшие цены, все новинки, ежедневная раздача других игр и конкурсы. И все это на ZakaZaka.com. Покупай игры тут и выигрывай их бесплатно. Ссылки в описании. Всем привет, с вами Такс и Кофевайт, и мы снова играем в GTA 5 Online. Сегодня у нас гоночки. Всем привет, дорогие друзья. Да, всем привет. Начинаются гоночки на PlayStation 4, они у нас первый раз. Первая гонка на PlayStation 4. Да, это очень круто, так, начинаем. Я думаю, можешь от первого лица поиграть? Да, я, пожалуй, от первого лица погоняю. Пожалуй, тоже от первого лица погоняю, ой, это сложно будет. Так, ой, это очень трудно, это очень трудно. Это Unreal, это Unreal, это реально Unreal. Вот продавался бы руль какой-нибудь, знаешь, к PlayStation 4. Задрипанный, значит, какой-нибудь там, да-да-да-да-да. Ай-яй-яй, все, я последний. Смотри. Знаете, в какое место пошлю я вас с этим первым лицом? Вот там трамплин, я вижу, все сейчас его сольют. Что, собственно... Да, а я нет. За первого лица надо было... Все, я переключаюсь. Я говорю, первое лицо, это так, чисто постреляться. Это явно не для гонок. Да. А я прилетел и чисто на днище приземлился на своей машине. Вот, ой, как хорошо прыгнул. Так, кто это у нас тут прыгнул-то хорошо? Ай-яй-яй, второй? По смысле второй? Так. Там что за жируха ходит? А, это негр. Почему? О, все, отлично. Так. Так, отлично. Все хорошо. Отлично, отлично, да. Так отлично, так отлично. У Лего все отлично. Если спросите, как у него дела, то знаете, у него все отлично, да. Хорошо, все будет хорошо. Однако я еду четвертый, и меня это уже не радует. У меня уже не все отлично. Не радует? Отлично. Все отлично. Отлично все у Леши, но не у Олега. У Олега, да. Как? Я не... Я в воду приземлился, ты прикинь. Офигеть. Я первый. Ай, а как тут? Тут как тут? Тут как тут? Тут как? Ну-ка, пошел отсюда! Ворует мои позиции! Ворует! Как это я попал сюда? Как? Служба спасения! О, я приземлился на балкончик. Что делать? Слушай, что делать? Так, а чего там? Что там? А куда дальше? Ой, избил кого-то, простите. Я не знаю, слушай. Мама, я в телеке. Господи, зря я не выключил этих все. Ну. Ну, я не выключил, понимаешь, этот как он, гарнитуру, чтобы слышно было. А я выключил. А я не успел, потому что кто-то слишком рано запустил гонки. И поэтому слышь, мы будем... Слишком рано? Ты сказал, запускай, Олег. Так мне не терпелось уже поиграть на PS4 в гонки. Ну так вот и сам виноват, значит. Ну блин. Я не могу долететь. Надо подключить гарнитуру и сказать, парень, помолчи. Куда, Дима, тупой? Я не могу вообще протиснуться. Козёл, а вот козёл. А, первая позиция. Однако ты первый. Да, но это не в том смысле, что я первый. Знаешь, почему? Потому что надо вот что сделать. А, уже не, да, не ты первый. Да, тут никто долететь не может. Тут, походу, надо было, знаешь, еще GTA режим, потому что этих нету. О, кого нет? Ускорение? Да. Не-не-не, здесь все правильно выбрано. Ну-ка, Дима. И какого хрена ты встал у меня там, знаешь? Он встал, понимаешь, на трамплине. Снеси его, Олег. Олег, снеси, помоги. Еще я. Смотри, он пропустил еще какой-то козел. Давай едь. Так, блин. О, так. В смысле, что за дерьмо происходит? Ой, так я не. Надо было ровно выстроиться. Я водичку. Ну, давай, немножко не долетел совсем чуток. Чуточек прям вот не долетел. Понимаешь? Разгон. Слушай, а надо продрифтить немного на месте. И я еще... это делаю. Так. А, я знаю как. Так. Да, отлично. Так. И? Момент истины. Как? Да. Я же взял чекпоинт. Ты почему? Я зацепился, но я не... Я просто... Так, тут пригодится мне режим от первого лица, чтобы последить за тахометром. Зачем? За тахометром. Это что такое? Это чтобы ты быстрее взлетел. Да. Да, правильно я сделал. Я красавчик. Да надо в автошколу просто ходить и за тахометром следить. Вот такие дела. Не, ну знаешь, как бы те... Ой, долетел еще ублюдок! Опять Дима. Это тот, который базарит, нет? Не знаю. Я зацепился, но... Я взял чекпоинт, да! Я взял чекпоинт. Все, угребный чекпоинт, наконец-таки, да. Я все равно не... Я не первый, what the fuck? Why? Что? Какой Дима?
Я вообще третий. Хоть крылатая машина, выйди. Знаешь, песня это там про, про Диму. Ну, кто знает песню про Диму, хоть крылатую машину, тот ставит лайк. Я вот не... Как? Вы уже где? Офигеть, где вы? Мы где-то... О, вот это прикольно сейчас было! Ой-ой-ой! Я вообще в конце, слушай, этого... Блин, это не очень хорошо. Скотина, куда еще один тут? Ай, упустили! Что подбивают тут? Дискриминация людей вообще! Нравственности ноль у людей, смотри, сбивает. Кармагеддон он тут устроил. О! Круг! Олег, гори в аду! Че? Ты зачем круги ставишь-то? Это реально круги ада сейчас будут для нас. Я не хотел. Я думал, гонка будет не такой трудной. Не такой трудной, да, значит? Я думал, она вообще вот простенькая тебе, такая. Да. Чисто на 2 минуты, а тут... Видишь, на 2 минуты. Сейчас на 10 минут это все затянется, я уверен. Да. Да, если у меня... Ай-яй-яй, карамба! Ти, зараза ты, а! Не проехали пираты у нас, и опять вторая позиция. Я так обрадовался и немножко ступил. У меня вообще позиция четвертая, мне уже насрать, честно говоря, какая у меня позиция. Мне главное забрать этот гребный чекпоинт, который я... Да, я забрал. Ну! Давай. Лети, лети. Чё-то я еще не привык к управлению на PlayStation не четвертом, вот прямо... Они как будто реально различаются. Офигеть. Нет, оно мне покруче, мне нравится здесь больше. Гонять удобней. Вот, вообще прям удобно. Слушайте, как поворот это вхожу, отлично, а? Так. Вот так вот, ага. Ага. Отлично. У Олега вот все почему... отлично, я вот... опять на этом же трамплине, я говорю, что у него все отлично, взлетая здесь. Вот почему вот ты мне сказал, Олег, поставь один круг, вот почему ты мне не сказал? Я тебе всегда говорю, Олег, не ставь круги, пожалуйста. Ты мне не говорил, поставь один круг, ты сказал, ну я тебе сейчас не сказал, я тебе вообще всегда это говорю. У меня Дима догоняет из-за тебя аж. Вот следующий, я только финишировал, понимаешь, первый круг. Финишировал? Только финишировал первый круг. Это вообще, я не знаю. Ой, Дима куда уже... куда, Дима? Я помню, я с Димой стоял на одной платформе, а он уже на первой позиции, а я на последней. Он на первой? Я не знаю, как вообще. Да не, он не на первой, он там, он бич у нас. Бичует. Ну, я постараюсь вас догнать сейчас, я... доказать, что я могу. Ну чё он может, Ну я не про тебя, а про Диму. Ай! Вот это я лох. Unreal, просто, слушай. Чё так. Творю, а? Не долетишь, не долетишь, чую жопой. А, все, о, хорошо, так, хорошо. Да куда ты приперся здесь, козел? Так, у меня еще есть время догнать вас. Я джойстик сжал от ненависти. Так, приперлись туда, не смотрите, приперлись-то, а. Ой, какое хорошее приземление, отлично. Поехал. А теперь? Ай, не долечу. Ой. Пережал. Главное, забери чекпоинт, пожалуйста. Да не заберется у тебя ничего, там Димы всякие тебе мешать будут. Зарез просто тут, козлы. Все, догоню вас, фигушка тебе. Сейчас. Да сучка, первого лица нереально. Я же понял, как это надо, там вообще все легко. Вот только если я вас догнал бы сейчас. Я вас уже вижу, я вот здесь лечу, прям недалеко от вас. У меня есть все шансы догнать вас. А, чуток. Шансы-то есть, понимаешь, но... Шанс возможности уже. Нет, тут Дима всякий. Давай его. Догнал! Кого? Ой, я вас догнал! Да, потому что мы опять тут тупим. Так, я тоже что-то скипил, ну ладно. Ой, я приземлился на кого-то. Отлично, так. отлично. Дима, сосай, Димон. Димон, ты мой. Ты хочешь сказать, ты взял чекпоинт? Да, я первый, но меня там Димон поджимает. Опять Димон этот! Да ну, я не могу даже просто поехать ровно, прямо. Я не могу, мне надо совернуть, понимаешь? Ай-яй-яй, кадзи, бич, вот же я бич, а. Вот же что творю-то, а? Вот же окаянный-то. Блин, я не могу вообще вот просто что-то... Я в принципе понял, как надо делать. Куда я врезался, во что? Надеюсь, он это, уступит мне дорогу, то там, а, уступит он мне путь. Уступит он мне первое место или нет? Вот не могу. Какая она? Газетная лавка. Я, оказывается, этот чекпоинт взял, слушай. А, нет, не взял. Да, там звук такой играет, да, типа взял, а на самом деле не взял. Там его нет, оказывается, я-то не заметил. Да! Финишировал, еще орет, слушай, там в этот свой пердящий этот одноухий гарнитур. Ну потому что гарнитура не назовешь, он гарнитур, реально. А гарнитура это не это, не шкаф такой. Я первый, короче, точнее второй. Ну если Диму не считать. А, ну все, я не успею финишировать, 25 секунд на финиш, я не успею. 25, ну. Но, ребят, я старался, честно. За 25 секунд, ну я не знаю. Ого, нифига по-новому, офигеть. Так, новые гонки, бесконтактная гонка. Ладно, хоть Олег додумался до бесконтактной гонки. А я, кстати, забыл, надо было поставить не бесконтактную, а наоборот. О,
Олег у нас любит издеваться надо мной. Я, кстати, сделал так чисто по случайности. Я просто не заметил, что она так сделала. Ладно, сделано. Ну слушай, если ты по случайности еще и второй круг мне тут поставил. Не, а вот один, сейчас... один, сейчас один, один я видел. Круг. Так, один, что, один. У нас нет права на ошибку, понимаешь? Нам надо делать все сразу. Слушай, вот что за гонка не начнется, всегда, сука, последний. Всегда. А потом ты приезжаешь второй, либо первый. Не, ну как говорится, херово, конь ты со старта рвет, да? Ну да. Ай. Бесконтактная гонка, какие-то призраки просто ездят, слушай, а? Да. И вообще все равно, понимаешь? Я, ну, еду, и ничего. Мне не страшно никакое, как бы, врезание, да? Какая-то хрень вообще. Закруглили нас тут за... А вдруг, вдруг я эпилепсик? Трамплин! А дырочек нет? Офигеть, вот это трамплин, нет, охренеть! Олег возрадовался трамплину, я хочу разделить с ним его радость, и поэтому... Ты посмотри, какой трамплин, офигеть! Вот это придумали классно, слушай, мне нравится. Ого! Во, ты знаешь, как этот ночной дозор там по отелю-то ездила, Мазда? Да, 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 помню, сейчас то же самое. Мазда ездила там по отелю, да? Ставьте лайк, пацаны, если тоже ночной дозор вспомнили, там Мазда гоняла по отелю. Как он, Москва или как это? Нет, не Москва. А дальше-то куда? Как это называется? Не, чуть не упал. Так, так, аккуратно, аккуратно. Ладно, хоть бесконтактная гонка, понимаешь? Ты додумался правильно. Я не хотел, там надо было, короче, разгон взять и все, ГГ. А дальше-то что, типа проехать здесь, да? Да-да-да, там типа еще один круг делаешь, но только потом уже разгон берешь отсюда. Стой, разгон. Да мне хватило, в принципе, и этого. Не-не-не, там надо запрыгнуть на крышу. А, вижу. А, я... Нихера! Да нихера не крыша там! Да как?! Это ты взорвался, да, я слышал? Я просто зацепился крышей, короче, автомобиля, крыши здания. Финиш! Какой? Да, ну почему? Какой финиш? А каким я финишировал? Там не написано? Вторым. Ву, опять второй. Да ты вот ты бесишь. Ай, как? Ты последний был, я был первый. Я знаю. Но все равно я... Да, я приехал камеры. Третий вообще. Ну-ка, но это обзор, нечестно, понимаешь? Это просто нечестно. Это... Пошли все просто. Нечестно. Вот сейчас не все отлично. Просто как следующий игрок. Эффекты гашеные, сука, как для Инстаграма здесь. Угу. Как их выключить нормально? Давайте резче, ну уже. Надо первую позицию сейчас занять, потому что мне понравилось. Чувак задним ходом вообще финиширует, смотри. О, а он финишировал? О, еще когда финишировал, можно, смотри, камерой вертеть, когда, ну, вы финишируете вторым. Поверти правым этим соском. Я не могу. Смотри, а у меня вертится, нифига себе, я могу разглядывать. Могу. Я могу разглядывать все вокруг, офигеть. Я не могу. Вот это вот опять красота, да, прям? Блин, да, но он опять первый. Опять он! Упал! А у меня еще ничего не загрузилось. А у меня хрень какая-то сломалась. Я еще машину говно взял. Музыка такая, типа, неудачник. Неудачник. Ну что, если эта тачка тачерская же. Слушай, не я один такую взял хрень. Пожалуйста, пропусти, Леша, вот пропустим. Вот дай мне, я сейчас первым поеду, а ты назад сдай. Нихера себе! Как он это сделал? Ты, походу, тут тоже тахометр смотрит. Ай, блин. Ну-ка, пошли. Леша, Дима. Леша, Дима, ты определись там. Даже не толкай меня там. Главное, на крыше. Здание, да! Здание FBI. Долетел. А я взорвался. О, я на тебя приземлился. Да, я взорвался и даже не подорвал никого. И горю там. Я на тебя приземлился. Сентябрь горит. Зенторно плачет, но Олег не смог побежать иначе. Офигительно. Я взял чекпоинт, но бомж залетел туда, куда я не залетел. Вот эта сила NextGen, крыши в HD теперь по ним гонять можно. А я хочу опять на Зентурно ездить и бомжей гонять, дразнить, кофе дергать за косу и первым чаться, да-да-да, хочу. И опять не долетел. Не додул. Ну как? Ну как? Сейчас вообще какой-то рандомный... Дима, второй, опять, да... Все, я в следующий раз его в гонке добавлять не буду. Я даже в следующей гонке его, короче, просто удалю. Я его удалю просто, понимаешь? Ну, что такое? Это как я это не взял-то? Понимаешь, чекпоинт не могу какой-то обоссовский взять. Я тоже не могу взять. А Дима вырвался на первую позицию. А нет, он со мной здесь, слушай. Как? Сколько кругов я поставил? Не знаю. Я, по-моему, 2 круга поставил. Я не долетел. Если ты 2 поставил, это будет очень жестко и жестоко. По сравнению... Да тут даже это... Гринпис, наверное, будет возмущаться тем, что я слишком много пары выделяю.
Я не долетаю. Походу, я хрень взял полную. Я это понимаю. Не, кстати, у тебя машина нормальная, если она была бы прокачана, понимаешь? Блин, экзибит. Все хорошо, когда прокачано. Экзибит, help me. Куда вы тут прилетели-то нахрен? Ну что, второй круг, что ли, уже? Прикинь, я еще первый, а они второй здесь уже проходят. Так я тоже второй. Дима, сука, этот шлифчуш. Че-то он вообще какой-то потный гонщик, короче. Потный, ну действительно. Ой, смотрите, я долетел. Я теперь знаю, кого на гонке можно не приглашать. Потного гонщика. Димон. Знаешь, есть призрачный, а я и потный гонщик в главной роли. Димон! Димон Охламон! Потный гонщик Димон по кличке. Потный гонщик по кличке Димон. Мази банк, но я мажу. А, нет, слушай, долетаю. Как так? Потный гонщик по кличке Димон. Это не GTA гонка, нет, выйти нельзя. Я бы просто пробегал тут по крышам. Наташек подразнил тут. На самокате помчался бы по двору. Странно, потный... почему еще никто не финишировал. Да, слушай, я тут... А, да, только я сказал, странно, почему никто... Да, и Диман сзади меня, тут потный гонщик твой. Слишком уж запотел, чувак. Не, он реально там походу... А если ему скажут, у тебя окна в машине запотели, что он ответит? Я потный гонщик? Да. Логично, да. Я согласен с вашей точки зрения. Ай! Долети, скотина безмозглая! Сволочи! Ой, кто там появился? Я, четвертый, я не смогу вообще даже походу вторым или третьим. Хотя, мне не важно, второй либо третий, мне нужен первая позиция, понимаешь? Леша, ты понимаешь меня, да? Ну ты как никто должен понимать меня. Да, я пытаюсь сначала долететь, я долетаю, слушайте. Олег, я долетаю, я теперь еще сзади. Я бомж отток! Полетел дальше. Ой-ой-ой, мамочки-то, что я натворил? Посмотрите-ка. Так. Опасность. Мое второе имя. Да ёб твою мать! Да бомж! Пошел в жопу, просто взял, столкнул меня. Алекс Март... Ого, что-то я сделал, нажал не то. Алекс Матуха, да! Шматуха, да? Братуха. Козел, блин. Не долетел! Я тоже не могу, блин, все это. Олег, зачем два круга делать? Это один круг. Это все один круг. Ты в смысле, это один круг? Это один круг, еден. One. Еден. У меня аж это, на голову пробил. Я финишировал, да! Я финишировал, я смог. Олег, который смог. Ты смог, да, московский смог. Алёша не смог, потому что... Да дерьмошка меня сейчас скинула, хреном! Ну вот Димон! Хренов Охламон, а! Потного Димона больше не приглашаем, потный Димон. Он известен, как... Запомни мои слова. У меня, слушай, машина сама едет, это... И бомж самый... Ого, чё он мутит. Класс! Ставьте класс, пацаны, да, с одноклассников? Да, ставьте лайк под серией. Класс, опять тачку сменил, смотрите, мне сколько там тачек? Не-не, всё та же. А цвет-то другой. Охламонские гонки. Потные гонщики снова здесь и с вами. Я, кстати, первый. Мне это типа дали такой, знаешь, типа... И да, и... Ой, слушай, а я второй тут. Так. Бойся. Лёшу 2-2. Главное, сейчас финиширую. Ой, этот. Так, стартуем. Блин, я старт херовый сделал. Ой, это что такое? Я не знаю, это домик. Дом по ГОСУ. Он тоже зеленый, слушай. Ой, улетел. На провода прям. Вы чё, ну куда вы? Вы просто, вы, там надо проехаться по этой херне. Да, я про то же. Ну блин, только... Вот Дима, если ты будешь первым, я тебя вообще ненавидеть буду. Нет, Дима не первый. Первый я. Первый я! Лёша, ну ты знаешь, да, если, короче, будешь первым, то что надо сделать? Да, выиграть. Нет. И не дать Олегу. Ты, надеюсь, воздушный пакет не сделал тут? Пошел в жопу! Сука! Это... Вот это... Нет, вы видели эту подлость? А вот нечего было подрезать мне. Отлично. Он успел подрезать меня, да, но не смог. Еще одного там подрезал Охламоном. Слушай, это выхода гонка, которую я финиширую первый. Сколько... Да, Дима, я пошел! Нет, ты что творишь? Да, пошел в жопу, Дима! Просто пошел в жопу, я не могу, зачем он выехал навстречку? Я был первый, он выехал навстречку, зачем ты это сделал, зачем? Кстати, пошел, все, Дима, ты в черном списке, ты понял, ты у меня в черном списке. Потный гонщик, 2-2-8.
Он просто выехал навстречу, ты понимаешь? Дима! Если ты меня слышишь... Если ты меня слышишь, Дима... За тобой уже выехали! За тобой выехал кофе. Кофе за тобой выехал, он тебе так и передал. Я сейчас ему сам скажу. Теперь у нас я ему сейчас все выскажу. Лучше бы у нас Дима был тут. А не эта бородатая обезьяна. Hit this, hit this 3.0. Мне показалось, тиц. Так, слушай, что ты нахуй? А, вот так, трамплин, сразу видно трамплин. Трамплин, а я первый, и Олег со мной слева. Так, он... Так. Ого, Дима, как он так делает? Да как он? Пошел в жопу, просто Дима, я... он читы подрубил. Ты куда, Алекс? Куда ты? Куда? Куда? Я на первую позицию. Ой, здрасте. Я сбил даму какую-то. Здрасте. Тупо! Здрасте, тут такой физрук, знаешь, этот, который всех дотрахал уже. До свидания, блин. Что, почему Диме вот никто не мешает? Напиши, нет, если ты шингвист, напиши ему в эту, в ЛС, на, о. Куда он? Нет, ну шингвиз. Что? Ты шингвиз? Ты не знаешь, что такое шингвиз? Нет. Ой-ой-ой. Что такое шингвиз? Ну это шингвиз. Вот пацаны, которые знают, что такое шингвиз, они уже не хотят знать об этом. Я не понимаю твой сленг, короче. Ну, Олег у нас шингвиз. Я don't understand your speech. Ладно, давай я лучше о потном гонщике. Дима, короче. Дима, короче. Это long story short. Он опять первый, ты просто... Знаешь, long story short, вот Дима, короче. О, как я задрифтил-то, а? Просто лол. Четвертый из пяти, сойдет. Я второй из пяти, первый Дима. Дима, удаляй GTA, пожалуйста. Как он тебе удалит ее? Слушай, а у меня, может, предзаказ там недоступен был 5 дней, как у меня. Ты думаешь, он ее удалит? А, не знаю. Он не рискнет. Так. Дай! Что за переулки-то, проулки здесь, а? Проститутку не подхватим? Ну, я помню, там на превью вот этой гонки там было вообще что-то нечто. Да, нечто. А но вот... где вот это нечто, нам еще следует его найти. А вдруг... Ой, слушай, Олега-то я вижу спереди. Как-то он медленно едет, я его почти догоняю. Смотри, какого Олега? Ты чего, Айта? Потому что Олег у нас второй, как я понимаю. Да, я второй. Ну, отгадай, какой я. Третий? Да. Нифига. Олег сейчас по стройкам ездит тут у нас. По стройкам шастает, а тебе что? Мама с папой не говорили, что нельзя по стройкам шастать? Нет, не говорили. Ну я вот. Наоборот сейчас свое детство почти на стройках провел. У меня это, ты вообще бандит нахрен там, я ж купил, наверное. А что еще на стройках это делают, скажи мне? Ну паркуром лично занимались. Лично я по стройкам лазил, я любил лазить вообще. Ну а кто знаешь, не любил-то? У меня он крыла нет, типа паркур, типа Assassin's Creed. Да. Ну, не пали меня, это мой клан Ассасин. Так, Олег, тут какие плохие пироги вышли, нарисовались. Да куда ты едешь? Да скотина же, да еще один протиснулся, откуда? Это я. Ой. Я не про этого, я про фиолетового козла, блин. Да скотина же, а. Вот что за люди-то, а? Ленина на вас нет. Вот смотри, вот сегодня сколько гонок было? Это, по-моему, 6-я или 5-я гонка по счету. Не знаю, я уже есть хочу, я потный реально весь. Я тоже, кстати, спотел немножко. Ну ты-то да, у тебя там такой припеканус хороший был. Припеканус? В столовку приходишь мне, пожалуйста, припеканус Олега. В подливе. И бублик с дырочкой. С вас 228 рублей. Я, кстати, недавно два дня подряд покупал это. На 228 рублей чек у меня выходил. С вас 228 рублей и 1337 рублей. 500 вирт. Кстати, Олег, ты первый. Поздравляю. Как? В смысле я первый? Чувака сбил. Ну потому что я второй, наверное, и сзади тебя еду. Да? Да. Слушай. А где трамплины? Вон трамплин. Не прорисовался, да? Какой-то говнюк тут. Вот так тебе и надо, козлина, а? Дима выбрался на первую позицию? Я не забрал! Что за... What the fuck? Судьба мне дала такой шанс. А вон Дима. Судьба ему дала шанс, но Дима ему не позволил. Потный Дима. Гонщик Дима. В кинотеатрах с 21-го. Нет, с 20... Нет. Знаешь, на превью такие бомбы. С 28-го этого, февраля, как я в ролике сказал. До февраля 228... Ой, 28 месяцев, это я, мать, заговорился. Что, в феврале 228 месяцев? 28 месяцев, это я сказал, а не 28 дней. Да! Забрал! Гребаный чекпоинт! Да!
Это, походу, будет первая гонка, где я буду первый. Но не стоит. А я забрал или нет? Нет! Ну ты почему? Так, а что дальше делать-то как-то? Ну вот это, блин, как плохо, дальше? Конечно, что не забрал. Я крайне огорчен этой ситуацией. Крайне огорчен. Да. Да. Но почему вы мне не выиграть? Не выиграть. Чисто как какой-то этот пират, знаешь. Ну а, да, мы пираты. Свалился дальше. Тут с небес, слушайте, чуть ли не помешал мне. Опа, опа, опа. Ой, а я... как взорваться? I get this. Вот как можно было взорваться так? Я не... Ну, бред. Ты взорвался? Немножко. Наверное, как и твой пукан от победы Димки. Ой, я задом приземлился. Задом? Лёша, лови! О, поймал! Фонтанчик, прям день ВДВ какой-то устроим, а? Вот, слушай, дрифт на крыше опасно. Ну и опасность — мое второе имя, собственно, это говорил. Теперь зажимаем быстро треугольник. У меня уже появился чекпоинт финиша. Так. А знаешь, сейчас финиширую первым, да, и такой: Лёша, я не заснял. Зажимаем треугольник быстро, я второй. Давай просто выиграем, ты первый, я второй, или хотя бы я первый, а ты второй. А Дима не выиграет, вот так будет круто, да? Все, наверное, так хотят. Зрители наши. А тут Олегу чуть я не помешал, да? Да, однако... Но я не помешал. Просто прыжок веры вниз. Главное не взорваться. Таким писклявым голосом. Всё, я сделал это. Я доволен. Все. Дима, ты можешь... Блин, он раньше меня резнулся, скотина, я даже не второй. Все, я доволен, я занял первую позицию, и все, я... Всё, позицию. Прыжок веры, реально. А Лёша второй, смотри, Лёша второй. Я даже не успею, наверное, за ним понаблюдать. Нет, не успеешь, я второй. Успел понаблюдать, я видел, как ты финишировал. I'm a winner. Все, а Дима четвертый. Да, хрен с Димоном, он, наверное, всё. Понял, да, после нашего разговора в лобби, все. А ну, в общем, ребят, спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, с вами был Такс и Кофи Вайт. Всем пока-пока. Подписывайтесь на Инстаграм, группы ВКонтакте, на нас ВКонтакте, ну, короче, все, что в описании. Ну, на все, что, да, в описании, да. Там. Комментируйте ролики и... Да, всё. Кстати, у меня новый микрофон тут, да. Наверное, поздно я это сказал.